просто на своем канале, меня не было полгода, и за полгода у меня случились достаточно серьезные изменения в плане финансов и в моей жизни. В общем, я вам сейчас об этом расскажу. Наливайте себе чаек, либо кофеек, и давайте посмотрим. Первое мое самое главное достижение было примерно в марте месяце. Сейчас уже сентябрь заканчивается. В марте я накопила полмиллиона рублей. Я копила сначала свой первый миллион. Перед этим я вам рассказывала, что я на благотворительность потратила 100 тысяч рублей. После этого еще ушла сумма 90 тысяч рублей взаймы, она мне пока не вернулась. И еще были мелкие расходы тоже, 30, 20, 10 тысяч. Вот, поэтому 500 тысяч плюс, если считать все это. Но оно мне пока не вернулось. Именно накопила, так что вот прям совсем не трогая, это 500 тысяч рублей. Дальше. Я прошла несколько платных курсов. Впервые в жизни я сначала побывала на вебинаре офлайне, то есть вживую у Максима Темченко. Не могу ничего сказать о нем, как о возможном миллионере, как себе позиционирует Максим. Я в это пока не углублялась, но я смотрю его ролики на YouTube, они меня вдохновляют. Сейчас у меня уже немножко другой уровень, поэтому его ролики я смотрю уже чуть меньше. Вот, что касается его офлайн-вебинара, это был вебинар «Секреты личных финансов». Там можно было прийти бесплатно, можно было заплатить 1000, и вам дадут блокнот в подарок, и можно заплатить было 10 тысяч и сидеть в VIP-ах в самых первых рядах. Так вот, я вам хочу сказать, что эта информация была у него 6 лет назад, в 2014 году, когда он только начинал, поэтому ничего нового я, к сожалению, не узнала. Не пожалела ни в коем случае, что пошла вживую, это заряд энергии, но ничего нового я не узнала, как, в общем-то, и не узнаю сейчас из его новых роликов. Поэтому, собственно, меньше его стала смотреть. Одно и то же, не хотелось бы обижать никого, но это мое личное мнение. Тем не менее, прошла у него платные курсы, потому что бесплатно, понятное дело, много никто ничего не даст. А вот в платных курсах он действительно дает достаточно много. Также прошла еще курсы у Мамаевой за чуть больше 20 тысяч рублей. В общем, с пользой провела полгода. Дальше разобралась в фондовом рынке, благодаря, кстати, курсам Елены. И, соответственно, ежемесячно теперь инвестирую. И инвестирую свою зарплату. Это чуть больше 30 тысяч рублей ежемесячно в акции, если кому-то интересно. Я еще за эти полгода приобрела еще один небольшой пассивный источник дохода. Это доходы до 10 тысяч рублей. Но этот источник можно развивать и получать больше. Пока так. И в итоге у меня получается сейчас 4 источника дохода. И если не считать зарплату, то на остальные 3 источника дохода я сейчас живу. Я не могу сказать, что это какие-то большие суммы. Я вам сразу скажу, что эта сумма не больше 30 тысяч рублей, чуть меньше, я вам так скажу. Но мне этого достаточно. Когда я поняла, что я хочу копить, инвестировать, я подсчитала, я уже давно веду расходы и доходы свои, вы знаете, кто смотрел мои предыдущие ролики. И теперь я даже имею почти 30 тысяч, если немножко поднажать в остальных источниках, можно, конечно, за эту планку перейти. Но пока, если честно, работа отнимает очень много времени, и вот на выходных я этим пытаюсь заниматься. Так вот, я хочу вам сказать, что достаточно большой прорыв от того, что я в блокнотиках просто записывала, и теперь я уже живу на дивиденды, мне этого достаточно, потому что я стараюсь тратить немного, и после того, как начала обучаться, еще больше захотелось инвестировать, соответственно, меньше тратить на себя. Но я вам напоминаю, что не стоит все свои деньги вкладывать в депозит, например, куда вы вкладываете, неважно, но важно и оставлять себе на встречи с друзьями, кино, кафе, рестораны, новую одежду, новую обувь, причем качественную. Так что поэтому мне пока этого достаточно. Хотя, если честно, иногда бывают моменты, что, а может быть, я сэкономлю и в этом месяце ужмусь там на 20 тысяч проживу,
Потом думаю, нет, не надо, не будем это трогать, лучше будем работать над увеличением доходов с трех источников остальных, потому что зарплата, она неизменна. Но разве что если работать в две смены, но тогда не остается времени на жизнь. Я надеюсь, что вы очень порадуетесь за мои успехи. Для меня это достаточно большой прорыв, если учесть, что это результаты за полгода. Но у меня на этом все. Буду очень сильно ждать ваши комментарии. Делитесь своими успехами. Всем пока!